Работа кадет, что примерно такой же писал. На
самом деле тут работы много, я кое-какие скажу. Может быть, я кажется, вот, честно говоря, не могу. Выхода именно, работа выхода, то есть ну, многие, когда уровни как раз сближались и непредвиденные. Нет, ну давайте я буду дальше рассказывать, если там сказать, если может быть, что-то интересное. Хорошо, я на камеру всего не знаю, что знаю, то расскажу. Значит, эта задача начинается впервые Лоудером и Эллиотом в 60-м году. А что они сделали? Они численно решили соответствующее уравнение Шреддингера и нашли уровень энергии. Численно решили. Значит, когда она вот в задачниках есть, в Ландау-Лишице или вот в Галлисе, Корнаков-Коган, там определяется энергия основного уровня. И вот написана формула из этих задачников, там она есть. Кстати сказать, в Лоудене или все этой формулы нет. Там есть кое-какие аналитические формулы, и можно даже кое-что получить сильно лучше, чем вот этот. Но в эту сторону я не буду уходить. Так сказать, вот этой формулы, во всяком случае, у них Лоудена или Эллиота нету. Есть она в Ландау-Лишице, у нее очень плохая точность. И вот в Галлисе, Корнакове, в Погоне точность этой формулы очень плохая. Вот первый раз я это услышал от Владимира Степановича Попова. На семинаре он рассказывал свою работу. Ну, это было проделано. Но тем не менее, чтобы качественно уже понять, что происходит, что надо не численные решения иметь, а хоть какую-то аналитическую формулу. И в чем она вся... Да, ну, почему равна энергия, да? Энергия. Значит, есть лидер, который будет без всякой этой энергии основного уровня. То есть если я буду такого магнитного поля, будет бы лидер. Энергия равна лидеру. Это будет четвертый пополам. Но в случае поля эта энергия, уровень идет вниз, и тут квадрат логарифма, отношение магнитного поля вот к этой величине m квадрат e куб. Когда m много больше, чем квадрат e куб, логарифм большой, и уровень гораздо глубже, чем лидер. Уходит вниз. И хотя точность, еще раз я повторяю, эта формула очень плохая, но тем не менее, чтобы хоть качественно происходить, хоть понять, что происходит, действительно, если b стремится к бесконечности, то что у численного решения Лоудена и Эллиота, что в этой формуле, уровень действительно идет на минус бесконечности. Вот это для меня важно. И что, более аккуратную формулу, если напишите, все равно идет на минус бесконечности. Кстати сказать, но эта задача, она в Ландау-Лишице некий шедевр, как она там описана. Там вопрос, то есть, ну там вообще все задачи, это как-то нелегкое чтение, но это нечто особенное. Когда вы начинаете не разбираться, у вас вопросов на каждую строчку очень много вопросов. Но в частности, тут есть, но тем не менее, все утверждения, там, которые есть, в общем, более-менее правильные, но тут есть одно явно неправильное утверждение, у них написано, что эта формула имеет логарифмическую точность, а точная формула отличается численным множителем, который тут стоит. Это под логарифм. Вот это просто неправильное утверждение, под логарифм стоит тоже функция от b. Хорошо. Ну, тем не менее, к Ландау это все не имеет отношения, я уже сказал, тоже, видимо, лишь специалистам добавляли это было, ну, 74-м как-то задание, в котором я учился, еще этой задачки не было. Она тоже возникла. Значит, вот так или иначе, в общем, вот это вот утверждение правильное, что если вы делаете вот такое уравнение Шреддингера, решаете в таком потенциале, где есть магнитное поле кулоновское, то уровень уходит, когда B магнитное поле бесконечное, уровень уходит минус бесконечность. Это правильное утверждение. В рамках уравнения Шреддингера, и вот основное то, что я могу сказать, что это утверждение неправильное. То есть, если вы хотите традиционные поправки, ну, поправки типа Лэмп-Шиффера, то тогда, ну, Лэмп-Шиффер — это маленькие поправки, как вы знаете, правильно? А тут это наоборот, хоть поправка, так сказать, но это никакая не поправка, она просто определяет поведение уровня. Но переход перестает уходить вниз, имеется экранировка потенциала, уровень вниз не уходит. Вот это то, что я вам могу рассказать. Почему это так? Так, ой, что я не сказал в введении. Я не сказал, что до сих пор вам все-таки расскажут большие области науки, и это очень хорошо, потому что ваш кругозор разбегался, это очень хорошо. Потому что я рассказываю, это одна простая задача. Ну, простая или сложная. Отдельно просто одна задача. Ну и недостаток тот, что у вас кругозор не расширится, а преимущество то, что я вам стараюсь. Я должен сказать это так, что вы все эти формулы, которые я вам покажу, вы если домой придете, вы можете спокойно все эти формулы воспроизвести. А задача, по-моему, красивая. Вот это еще из видения. Первый пункт я сказал. Ты второй. Но насколько я помню, Ландау лежит под логарифмом не n квадрат, а n квадрат e. Это моя печатка просто. Нет, ну просто вы все правильно сверхнически точно. А там логарифм b делит на n квадрат e. Вместо e куба. Да. То есть это еще n квадрат. А? Атомный n квадрат e куб. Атомный n квадрат e куб числитель. Вот. А. E куб числитель, не знаменатель. Нет, это вот. C равна единице да? У меня h равно c равно единице. E квадрат у меня равна 37. Нет, там так все-таки. Да. Ну, есть там вообще есть не отпечатка, это такая. Да. А вот сказано, что отличается просто численным множителем. Что неправильно.
Итак, я хочу разобраться, как это брат по практике. Ну, давайте какую-нибудь задачку еще более простую для начала. Значит, я сказал, что движение по оси Z происходит как свободное движение. Давайте рассмотрим двумерную квантовую координату. Время и Z. Х и Y выбрасываем. И, так сказать, рассматриваем тоже кулоновскую задачу двумерной квантовой координаты. Если, так сказать, в этой двумерной задаче электроны не имеют массы, они безмассовые, то это тоже называется момент Шрёдингера. Это он сделал в начале 60-х годов. И там вот, чем эта знаменитая модель, ну, хорошо, сейчас, дальше это что тут написано. Значит, вот в этой модели мы сейчас посмотрим пропорционные поправки к кулоновскому потенциалу в мире. Посмотрим, значит, начнем, найдем позиционный оператор Фотона, происхождение позиционных поправок. Напишем для него, ну, эта формула достаточно простая, но тем не менее мы не сможем, я не могу от нее взять кулоновскую область, поэтому напишем некоторую компилирующую форму, напишем аналитическую форму для этого потенциала, и там мы увидим следующее, когда мы посмотрим на этот потенциал. Вот тут давайте еще раз. То есть, если у вас есть модель Шрёдингера, то я думаю, вам на лекциях стандартной модели могли рассказывать, что это первый пример, когда у вас совмещается в этой модели калибровочная инвариантность теории и массивность векторного поля. Вот этим она замечательна, потому что, ну, тогда это была некая игрушка, просто как бы все считали, что либо у вас есть калибровочная инвариантность, либо поле массивное, да? А это вот и то, и другое совмещает. Но, как сейчас мы знаем, вот электрослабые взаимодействия, WZ-бозон, они калибровочные инвариантные, WZ-бозон массивный. Так, сейчас это очень такая, хороший пример. Значит, стандартные модели у вас хиггсовский механизм генерации массы, тут никакого хиггса нет, но есть безмассовые электроны. Поэтому тоже есть это бесщелевое возбуждение, масса равна нулю. И у вас в сущности фотон смешивается с позитронием безмассовым. И поэтому фотон набирает массу. Это происходит при массе равной нулю. Значит, раз фотон набирает массу, у вас есть экранировка потенциала. Так? Кулоновский, ну, так сказать, юкарская экранировка, почему? Фотон массив. Но это всем известно. И вроде это к моей задаче никакого отношения не имеет, потому что у меня-то потом как раз, у меня, простите, электроны, конечно, массивные. Я рассматриваю нормальную ситуацию, теорию, что электроны массивные. И у меня в спектре есть щель, и потом модель Шрёдингера останется безмассовым. Но тут есть некоторая хитрость, потому что, давайте еще раз вспомним про модель Шрёдингера. Модель Шрёдингера в двумерной электродинамике векторное поле безразмерно. Знаете вы это? Но это совсем просто. Пичел Гранжан, то есть меню в квадрате. Это меню это действие. F-меню в квадрате по D2x интегрируется, D2. Значит, F-меню это D-мюамин минус D-мюамин в квадрате. Поэтому уже оно у вас безразмерное из-за того, что D в квадрате, да, производит. Поэтому А безразмерное. Значит, поле А безразмерно. А зато, когда мы пишем калибровочное вариантное взаимодействие этих фермионов с фотонами, мы так пишем D минус GA на ПСИ. Но D имеет размерность массы, значит, G имеет размерность массы. Значит, в модели Шрёдингера у вас есть вернее, в двумерной электродинамике у вас есть два параметра размерности массы. Это масса электрона и константа G. Вот. Если масса равна нулю, то фотон набирает массу пропорционально этой константе G. Константе взаимодействия. Она размерная, вот у него масса пропорционально G. Теперь, пусть, если m много больше G, то никакой массы он не набирает. Но зато, когда m становится меньше G, у вас должен быть непрерывный переход к нулю. Поэтому, если m меньше G, написано, то тогда уже у фотона появляется некая масса и имеется некоторая экранировка потенциала при всех z, при g больше. Ну и вот это, так сказать, посмотрим подробно. Значит, вот в этой задачке для массивного электрона, если g большое, имеется экранировка потенциала. Но вопрос в том, что у нас там, что играет роль g? Потому что у нас, так сказать, заряд же безразмерный. Так вот у нас в задаче роль G будет играть произведение B на E. Вот когда B на E будет больше массы, то тогда, так сказать, тоже фотон как бы наберет массу, и как бы будет тренировка, и кулоновский потенциал изменится. Я сейчас два пункта вам рассказал. Следующий пункт. Ну, разобравшись с двумерной моделью, мы перейдем к четырехмерной электродинамике. Фотон наберет массу, как я написал, N гамма в квадрате есть E куб B. Если магнитное поле будет большим, если оно будет много больше, чем МЕ в квадрате поделить на Е в кубе. Значит, что ж, вот уже Е в кубе уже в знаменателе, не в числителе, как в той формуле для энергии основного уровня. Значит, что это число? Значит, МЕ в квадрате поделить на Е, это так называемое критическое поле. Ну, я чуть-чуть позже про него скажу. Просто это 4,4 на 10 13 гаусс. Это известно, а у меня 137 раз больше. Еще Е в квадрате в знаменателе. Поэтому это поле, значит, 137 на 4,4 на 10,13, то есть примерно 6 на 10,15 гаусс.
Это поле, при котором классическая электродинамика не применима, правильно? Вот Ландау есть это в автоматоме замечание, когда сила радиационного трения становится в собственной системе отсчета порядка лоренцевой силы, с классической электродинамикой не имеет. Это поле 137 раз больше Швингеровского. Ну, во-первых, Швингеровское поле – это все-таки электрическое поле. Правильно? Ну, там разные, для электрического, для магнитного, они одного порядка. Нет, кстати, магнитное поле и электрическое вещи разные. Электрическое поле больше, чем m в квадрате поделить на вес, что это не может, как говорил Николай Борисович. А это поле 137 раз больше. А это поле 137 раз больше. Это магнитное поле. Магнитное поле, оно как, это, кстати, нарочно говорил же вчера, что магнитное поле, оно заряда не ускоряет, оно не вырывает из вакуума ничего, поэтому магнитное поле может быть большим. Значит, классические электродинамики, ну как бы, ну поле большое, так сказать, надо с ним аккуратно, конечно, работать, но оно в природе практически реализуется. Ну, давайте я чуть-чуть скажу, что, значит, поле действительно получается громадное. У меня потом будет специальная прозрачка, где там будет написано, какие вообще поля бывают. Может быть, забегаясь вперед, если просто сказать, что есть такие звезды магнитары, и считается, что у них поля порядка 10-15 градусов. То есть больше, чем физические. То есть такие объекты, как бы, ну, они... Ну, классическая электродинамика, может, они не описываются, но как бы существует, тем не менее, а зачем? Ну, так же человек и другим описывают. Вот. Но у меня будет не классическая, у меня квантовая электродинамика. Так, значит, давайте я сейчас отвернусь. Значит, если поле такое большое, то тогда у меня будет экранировка, и асимптотическое поведение фи от z будет таким. При z много больше комплексной единой волны электрона, единицы на МВ. У меня будет обычно потенциал единицы на z, никакого тренировки не будет. Если z много больше. Если z много меньше единицы на МВ, у меня появится тренировка. То есть это масса фотона, я все время ставлю в кавычки, на самом деле, так же как и в Швингере, массы у фотона нету, потому что щель у меня есть. Так? То есть на бесконечных расстояниях у меня кулон, а там линейный потенциал в мере. Но, тем не менее, есть экранировка. Потенциал меняется, уровень меняется. Ну, формулу я напишу, будет это все видно. Я боюсь, что я вам как-то, может быть, кажется, что все это очень сложно, но сейчас я начну писать, тут действительно все вполне элементарно. Значит, дальше будем обсуждать энергию основного состояния атома водорода. В этих экспрессивных магнитных полях, вот такие поля экспрессивными называют, когда прям много больше вот этой величины. Про возбужденный уровень немножко говорю, потом литературу покажу, и будут исключения. Значит, давайте атом водорода в сильном магнитном. Значит, начнем просто с кулоновской задачи, которую вы все знаете, обычная квантовая механика. Вот мы имеем уравнение Шрёдингера в трехмерной ситуации, кулоновская задача трехмерная. Ну и вы все знаете, что вы решаете сферической симметрии, поэтому приходите к сферической системе координат, и у вас получается вот такое уравнение для функции K-паттер. Что P квадрат на B минус E квадрат на R потенциал на K-паттер равно энергии на K-паттер. Вот это уравнение Шрёдингера для диагонального движения. Настоящего лунара есть вот эта капа поделить на это. R вообще бывает только положительный, естественно, в данном случае. Радиус R. Вот. Из-за того, что у вас настоящего лунара функции есть вот такое отношение, у вас есть требование, что капа в нуле должна равняться нулю. Если она не ноль, то у вас будет не происходить. Это просто все из того учебника, который квантовой механики учили, там все это написано. Помню, не учили. Вот. Ну действительно, если у вас капа в нуле не ноль, то тогда вот это квадрат на b, это лапласианы действуют единицу на r, чтобы было единица на r, вы получите дельта r. То есть вот будет как будто дельта функциональная особенность, которой у вас нет. Поэтому, так сказать, вам необходимо требовать, чтобы если у вас задача трехмерная, исходная, то вам надо требовать, чтобы вот эта k в нуле равнялась r. Все помните из квантовой механики. Дальше. Давайте перейдем к одномерному кулону. Одномерный кулон, значит, в начале координат сидит протон, и электрон может бегать от минус бесконечности до плюс бесконечности. Одномерная задача. То же самое уравнение такое же. P квадрат на b минус e квадрат, но вместо r тут стоит модуль z. На пси от z равно e на пси от z. Ну вот, как я сказал, z может быть любым, и пси в нуле, в частности, может быть не ноль. Ничего особенного в этом не будет. Вот. Ну давайте попробуем вот в этом найти энергию основного уровня вот для этого вот уравнения Шрёдингера. Ну возьмем какую-нибудь пробную функцию, посчитаем на ней энергию. Энергия настоящая будет только ниже. Берем пробную функцию без узлов, экспонента минус z на b, чтобы она убывала в больших расстояниях, модуль z. Считаем по ней энергию. Потенциальную энергию найдем, начнем считать. Интеграл единицы на r
вот этой единицы назад, простите, от этой экспоненты, которая в нуле константа, да, сам технический ускоренность. То есть в этом смысле одномерный кулон, это достаточно бессмысленная энергия основного уровня проваливается на минус бесконечность. То есть такая математическая задача, она, у нее спектр не ограничен снизу. Проваливается. Но наша задача, она все-таки физическая, у нас действительно электрон входит вдоль оси Z. Но когда у нас Z такое маленькое, что оно становится меньше, чем вот этот радиус Ландау, единица на коэффициент ЕБ, тогда задача становится уже трехмерной. У нас не одномерная задача, правильно? Это как бы квазиодномерная, на больших расстояниях, что если она одномерная, то она трехмерная. Поэтому у нас есть обрезание вот тут вот. Так, у нас есть обрезание, мы должны написать эффективный потенциал. Это достаточно красивая задача, которую еще сделала Шифом и Снайдерсом еще до 1939 году, вот надо написать вам эффективный потенциал, ну эффективный потенциал в таком адиабатическом приближении, что у вас быстрое движение идет в перпендикулярной плоскости магнитное поле, и медленное движение идет по оси Z. Вот. Ну или можно сказать, что эффективный потенциал будет иметь примерно такой вид. То есть когда расстояние много больше, а h это единица на z, а на маленьких расстояниях вот то, что тут написано. Тогда этот логарифм, который будет с расходимостью, будет вот так вот регуляризован, и вы получите логарифм отношения Боровского радиуса к АH. Вот это вот логарифм B на n квадрате куб, где AB это Боровский радиус. И в результате, если вы примените тот прием, что написан как в Ландау-Лившице задачнике, так и в задачнике Гальского-Кронакова-Когана, где они считают это как мелком потенциале. Здесь Ландау-Лившице такая формула для мелкого потенциала, который для кулона вообще говоря нехорошая. Мелкий потенциал — это когда у вас уровень около нуля болтается, потенциал достаточно глубокий, уровень около нуля, и он конечный. Тогда вы можете выбраться за этот потенциал и там получить из вращения вот такое выражение для энергии. Но за полонский потенциал вы никогда не можете выбраться. Он тянется до бесконечности. Поэтому, вот, так сказать, вот именно корень зла, почему формула имеет плохую точность, это именно из-за того, что вот это вот приближение оно плохое. Но тем не менее, вот получите вот эту вот формулу и, так сказать, аналитическая формула написана в этих задачниках. А Эллиот и Оуэлл делали численно все это с D1, так сказать, и там они получают вот численным прилевом нормальным полем, так сказать, это получается достаточно отлично, вот это вот перетискивают. Вот я вам задачу, как она излагается, когда уничтожится и Калисон на такое Когане, я вам расскажу. Дальше, Паша. Да, вот, рассказал, но не до конца. Значит, это я говорю про основной уровень. Основной уровень, значит, вот он ритмически уходит на минус бесконечности. Что касается первого возбужденного уровня, он должен иметь кучу. Да, но потенциал он четный. Z на минус Z, если меняет, потенциал не меняется. Поэтому волновые функции могут быть четные и нечетные. Значит, первый уровень у меня был четный, естественно, без узлов. Ну, основной уровень, нулевой, так сказать, был четный. Первый возбужденный уровень будет нечетный. У него есть узел в нуле. Раз у него узел в нуле, то это как раз вот та самая функция трехмерной полоски, которую я начал. И энергия у нее будет практически как вот один электрон. Ну тут некоторые есть отличия, потому что на маленьких расстояниях задача становится вот не единица на z, а немножко другой, да? Ну это маленькое такое отличие для нечетного уровня, оно маленькое. Значит, следующий, это значит первый возбужденный уровень. Второй уровень должен быть уже два узла. Он четный, но он должен быть выше, естественно, да? Поэтому он никакой минус бесконечности не провалится, а он будет, так сказать, ну вот между этим, ну довольно-таки, из-за того, что у него в нуле половая функция не ноль, да? Четное состояние, у него узел не в нуле. Из-за этого у него вот это вот то, что у него в нуле, так сказать, есть регуляризация потенциала, а из-за этого он сдвигается достаточно заметно. То есть он сдвигается относительно Фридберга достаточно заметно. Ну и вот дальше идут все эти уровни, если действительно магнитное поле извините совсем бесконечность, тогда у вас эти уровни вырождаются парами. Но на самом деле там есть некоторые значения. То есть картина спектр такой, основной уровень очень далеко внизу, потом два уровня практически выраженный Винтер. Ну и следующий просто Винтерковскую серию, то есть единственное, простите, это Бальмеровская она называется, да? Два F в квадрате. И вот они парочками сидят на этих состояниях. Ну вот такая вот. Не, это есть для них аналитические формулы? Ну, вот, так сказать, хорошие аналитические формулы есть в работе Кронакова Попова, если вас это интересует, 2003 года. Так сказать, есть хорошие аналитические формулы, у которых есть высокая точность. Скажем так. И для возбужденных, и для невариационных. Что? Невариационные. Как они это получили? Это невариационный у них метод был, нет. С шифкой. Если вам интересно, хорошо, это квантовая механика, то это очень красивая работа, поэтому я вам могу сказать. Значит, как они это делали? Они брали
квантоэлектрическую форму. Вот это я сказал, озарующий сделал, вот, так сказать, не озарующий, а Достоевский, сделал с помощью этой мелкой ямы. Как сделали Тернаков и Попов, это они, значит, сделали так. Они сказали, что на больших расстояниях у вас имеется кулон, решение кулона вы знаете, функцию Уитекера. А на малых расстояниях можно вытащить эту главную функцию из нуля, вот, написать вот так вот аналогичный интеграл. Для пси-прима, когда он написан. Ну, вот такого типа интеграл написать, это будет капа-прим. Исчислить нулевые функции. Вы выходите далеко, вот из этой ямы, из H, гораздо дальше, да? И там уже у вас работает Уитекер. Вот они исчислили. Нет, это совершенно не дух Ландау, и вообще Ландау тут ни при чем. Что? Шифр это не джиггером, я не знаю, может быть, оно тоже так решил задачу, я уж, конечно, не могу ничего сказать. Вот, но шифр это шифр, но шифр не с плоской волной, как вот тут сделано. Тут сделано шифр с Е в степени минус P на R. Это формула получается, когда говорите, мне яму, у вас есть степени минус корень из 2 мне r, и тогда вы получаете вот такую функцию. А с клоном вы не можете так сделать, потому что там не свободный лист через функцию Уитекера. И поэтому они получили механические производные. Зачем механические производные? Ну, много всякой красоты. Давайте я сюда все-таки не буду уходить, потому что бывает, вот, так сказать, вы можете вашу давай дать просто находить. Интересно спросить. Может, Владимир Степанович спросит. Ну, а у меня все-таки немножко другой интерес. Так, рассказал про вот эту задачку, рассказал теперь про какие бывают вообще поля. Значит, вот когда поле, когда задача, когда поле сильное, когда Ландау радиус меньше, чем Боровский радиус, то B больше, чем m квадратный e куб, это 2,4 на 10 девятый Гаусса. Я его буду называть, но дальше все условно, что сильное поле, что сверхсильное поле, это от задачи, конечно, зависит. Мне удобно называть такое поле сильным, а поле, которое больше, чем ЕМЕ, когда поделить на ЕКУ, то есть это лишнее альфа, 10^6. Вот такое поле, которое 6 на 10 15 Гаусс, его я буду называть сверхсильным. Когда появятся вот эти, в этих полях имеется, вот, так сказать, это квантово-механическая задача, а вот в этих появится экранирование. Теперь еще есть критическое поле. Ну, магнитное поле электрическое имеет одну и ту же размерность. У меня есть единица, а что равно c равно единице. Электрическое поле, я не показываю, это не шлингерское. Говорил про Николай Борисович вчера, и сегодня, я думаю, будет говорить. В нем рождаются пары. Ну и даже раньше они гораздо начинают рождаться. А это тут просто такая же величина. Никакого физического, ничего мне не происходит. Замечательно, магнитное поле пары пары рождают, но по аналогии называют критичным. Тем не менее, кое-чем это магнитное поле замечательно, мы до этого места дойдем. Значит, оно очень величина 10^12 Гаусса. Теперь, ну вот это я вам сказал. Теперь, какие поля вообще не бывают в лабораториях? Вот это я написал, и что-то я стал сомневаться, не набрал ее, не бали тесту. Значит, вот здесь... Марка степени, да? А? Индий степени. А вот что, ну тогда какие бывают, на маленьких масштабах, какие бывают лабораторные поля? Вот там вот как раз 60 тесла появляется. 60 тесла. То есть 100 тесла это 10^6 Гаусса. И бывают такие поля, да? Да, в импульсе. Но не взрывы. Нет, это импульсные поля. И полочка 10 миллисекунд. Ну, то есть для атома это очень бесконечное время, фактически. Для атома, пока обернется электрон даже в этом продольном направлении. Это считает, что очень близко. 10^6 Гаусса уже есть, это не надо никакого магнита. Там делается такой магнитный якорь, ускоряется момент сжатия. Ну хорошо. Если это здесь магнит, ну хорошо. Магнит, значит, какая? Конечно, в лаборатории для этого сверхкритического поля вряд ли когда-нибудь доберетесь. В природе оно может быть почти такое и существует. Но в конце концов у вас остается математическая задача. Но хочу я просто видеть бесконечность, посмотреть, что происходит с кровью. Как математическая задача она существует. Дальше. Значит, ну вот тут написано, все сильные поля начинаются. Что квантовые сферические сетевые поправки, потом мы показываем, сильно изменяют вот эту вот энергию основного состояния, если было много больше, чем e^2. Значит, ну давайте начнем с уравнения Дирака и посмотрим на его спектр в постоянном магнитном поле. В постоянном однородном магнитном поле. Кстати сказать, вот эта формула, это энергия уровня, n-уровня в квадрате, есть масса электронов в квадрате, плюс по z в квадрате, он по z ходит свободно. И вот это вот у него движение в поперечном поле квантовых
здесь косинусы формируются, 2n плюс 1 ЕБ плюс сигма ЕБ. Сигма плюс минус единица – это направление спина, ну а n – это орбитальное квантовое число. Значит, ну, кстати, это вот исторический такой парадокс. Это решение уравнения Дирака. И Дирак уравнение решил Раби в 28 году. И нашел эту формулу. У него было только вместо 2n плюс 1 плюс сигма стояло 2 йод. Йод равно 0, 1, 2, то есть спектр такой же. Ландау решал в 30-х, а эти уровни называются уровнями. Он нашел не только спектр, он и волновые функции нашел, у него там есть вот эти выраженные электрические функции, нашел волновые функции тоже. А Ландау решал дальше в 30-м году, Ландау решал уравнение Шредингера, уравнение Дирака. Но на Раби он не ссылался на работу, то есть как бы независимое. Но единственное, с чем Раби не разобрался, это, если хотите, у меня с собой есть в этом работа 28-го года, она написана в детском языке, потому что я какие-то тонкости не понял. Но дело в том, что если для уравнения Дирака правильно написал спектр, дальше он начал делать релятивистский предел Раби. И он написал, что какой-то имеется шреддингерский электрон, но магнитише шреддингерский не магнит. И поэтому он вот этот кусок выкинул. Поэтому у него спектр получился просто n плюс 1 вторая, без вот этой силы, для уравнения Шреддингера. Кто-то ничего не мог сказать, потому что в уровне, конечно же, уже было уравнение Паули, конечно, все знали магнитный момент, что у электрона есть спин, и магнитный момент, но уравнение Дирака уже было, решал уравнение Дирака. Поэтому что это? Что это означает, что я литийский предел, я не знаю. Но меня так и так интересует, это такая общая литийская форма. Но если хочу литийский предел перейти, магнит не буду электронным. Какие-то доставки. Вот. Ну, это такое вам такое историческое, так сказать, замечание, что вроде все-таки, ну, Дирак, во всяком случае, Раби решил первый, не Ландау. Ландау не решал проблему Дирака. Вот. Да, вот. Если, значит, поле больше, чем m в квадрате поделить на e, то энергия электрона начинает быть электрон начинает быть релятивистским. Вот этим замечательно это критическое поле. То есть поле больше критического, то на уровне Ландау, на всех уровнях, кроме нулевого, кроме основного уровня Ландау, где сигма минус единица n равно нулю, электрон становится релятивистским. Если же у меня будет B, это мои сверхкритические вот эти поля, как когда поделить на E куб, тогда энергия будет n на E, и даже больше, чем n на E. То есть он будет ультрарелятивистским электроном. И поэтому, чтобы как следует анализировать эту задачу, мне нужно решать уравнение Дирака. Я собираюсь решать уравнение Шреддингера, сейчас собираюсь заниматься именно основным состоянием. А в основном основное состояние такое вот замечательное, что есть, так сказать, нулевая мода, что у него энергия равна массе. N квадрат плюс pz, он не релятивистский. То есть на основном уровне Ландау, несмотря на то, что поля такие сверхсильные магнитные поля, электрон не релятивистский. И рассмотрение в рамках уравнения Шреддингера самое классное. Значит, я собираюсь заниматься нижним уровнем Ландау, lowest Ландау level, у которого n0 сигма минус единица, и я собираюсь изучать, как этот нижний уровень Ландау будет расщепляться в лоновском поле ядра. Значит, я беру атом водорода, электрон у меня сидит на нижнем уровне Ландау, он движется вдоль оси z, а протон у меня стоит z равно 0. И спрашиваю я, какой электрический потенциал будет чувствовать электрон. И в этот момент я хочу перейти к задаче двумерной. Двумерный портфель, так знаете. Потому что у меня вот такая вот эта двумерная. Перед этим я хочу сказать про форму. Я сказал про, так сказать, вот когда я рассказывал про квантово-механическую эту задачу, я сказал, что вот такие энергии, я не сказал форму. Форма волновой функции, ну тоже такая наглядная картинка. У него поперечный размер волновой функции, это радиус Ландау, а протон очень большой, порядка Боровского радиуса. Поэтому это такие типа сигары, а когда поле становится все больше и больше, становится такая иголочка уже, а когда становятся такие большие совсем поля, это вообще как волос такой. То есть волновая функция имеет вот такую форму. Она сжата поперек и тянется вдоль оси z. Вот. Ну теперь давайте к примерному случаю перейдем. Значит, хочу считать потенциал. Как мне считать потенциал? Ну вот, электрический потенциал, значит, ну фи это нулевая компонента четырех векторов потенциала. Я на равнении покоящего заряда 4 пж на k квадрате. Нахожу фурье образ, нахожу потенциал координатного представления. Значит, дальше хочу, это вот эта диаграмма, хочу учесть рад поправки, позиционный оператор. Тогда будет такая формула, что φ, это будет одетка вот эта на 0, это есть пропагандр вот эта первая единица на k квадрате, плюс ставка позиционного оператора, плюс так далее, и так далее, в результате позиционный оператор спускается в нуль. Геометрическую прогрессию самого уровня. Ну, значит, тут написано, что это рисунок, модификация кулоновского потенциала из-за одевания фотонного пропагатора. Вот. Значит, если мы просуммируем еще раз эту серию, получим вот такую форму, и мне надо посчитать вот этот пи. Он будет у меня
теория, так сказать, токи сохраняются, поэтому традиционный трат уже такой вид. Значит, ну, ее посчитать, кстати сказать, тоже совсем просто. Традиционный оператор, ну, если, когда вам рассказывают, допустим, стандартную модель, вы метроразмерной эквализации, вам, наверное, рассказывают, как считать интегралы. Не рассказывают, но вы знаете, есть размерная эквализация. Да, считаем пространство изменения D равно 4 минус эпсилон. Вот если вы эпсилон положите равно 2, вы как раз получите форму для традиционного оператора в двумерном пространстве. Ну, учесть там надо множить, для того, что у вас спину в спине свободно не 4, а 2. Шкура гамма-матрица, которая является сигма-матрицей, там двойка или четверка. В любом случае, когда вы умножите на 2, вы просто берете стандартную формулу из учебников, где по размерной эквализации считается традиционный оператор, самое простое вычисление, и получаете вот эту формулу. Значит, что тут написано? Значит, традиционный оператор имеет, у него имеется размерность массы, квадрат массы. Ну вот действительно тут стоит g в квадрате. А это безразмерная функция, вот тут логарифм, единица, находится это плюс 1, тут логарифм, вот такой сумма, минус 1. И значит, t это отношение k в квадрате на 4m в квадрате. K в квадрате 2 и плюс. К0 в квадрате минус k в квадрате. Вот. G масса, значит, размер нормализации я сказал, d равно 2 получите. Вот хороший вопрос, между прочим, почему он конечный? Вы знаете, в четырех мире традиционный оператор расходится, вам надо принадлежать, как это делать правильно, там масса фотона, допустим, автоматически вас наливаем, потом заряд еще тоже, да, надо принадлежать. А тут он получается конечным. Вот это хорошее физическое смысле, я вам не могу сказать, кстати, математического, тут даже не математического, посмотрите, интересно. Потому что на самом деле, что у вас интеграл d2p поделить на 2 пропагатора, казалось бы, он технически расходится. Да? Тем не менее, он спорит, и вот конечная величина. Вот вам вопрос. Значит, давайте, хочу считать вот этот потенциал, значит, беру 4 импульсов, есть в таком виде, нулевая временная компонента, но есть пространственная компонента, как параллельная, я имею в виду, что это как бы, вспоминаю про то, что у меня параллельно по z, перпендикулярная в x, y. Вспоминаю про эту четырехмерную задачу. Значит, k в квадрате есть минус k параллельная в квадрате. И для кулоновского потенциала в координатном представлении получаю вот такую форму. Надо взять вот этот позиционный оператор мой, сюда его подставить и сделать ее образ. И буду иметь потенциал. Просто. Он, наверное, сводится как из этого задания. Сначала делаете механическое, а потом стремите эту функцию. Нет, я коэффициент например, не стремлю, я буду коэффициент двойки. И что из-за этого? Вот если вы сначала... Почему он конечный, да? Да, это говорится из-за этого. Из-за чего? Из-за того, что вы делаете введение вперед. Известно, что в таких задачках не все равно, что стремите вперед, и плюс введение. Нет, ну давайте ответ скажу, как вам это понравится. Значит, вы знаете, гамма-мю, гамма-ню, гамма-ню. Почему это? Гамма-мю, гамма-ню, гамма-ню. Это есть минус 2 гамма ню, правильно? Знаете так? Да. На самом деле, что такое минус 2? Минус 2 это 2 минус d. 2 минус d. Поэтому в четырехмере минус 2. А в двумере это 0. И вот там действительно есть эпсилон, как вы говорите. Потому что вы немножко отклоняетесь от двумере. Эпсилон, числитель. И он расходится, единица на эпсилон. Вот результат такой получается. Я даю единственный способ посчитать. Нет, ну, наверное, там Шрингер считает как-нибудь по-своему. Даже можно по-разному считать, я не думаю, что... Нет, ну, размерная реализация возникла сильно позже, а все эти формулы были тогда еще. Ну, вы накладываете требования безупречной вероятности, получаете теорию больше, да? Получаете ну, я же говорю так, как я считал, потому что я считал размерную реализацию. Конечно, швид, там, так сказать, все даже какие-то не нашли размерную реализацию. И тем не менее, там вот известно, что нет никаких... Но это модель Шрингера очень интересная, там нет никаких поправок, потому что именно вот из-за этого свойства, что нам это эпсилон стоит написано, единственное позиционный оператор. Все одевания, все уходят в ноль, если теория безмассовая. И это связано вот именно вот с этим свойством гамма-матрицы. Двумерие. Ну, давайте я сюда не буду ходить, меня модель Шрингера как таковая безмассовая мало интересует. Меня как раз массивная, конечно, интересует. Значит, вот это я написал выражение для потенциала, и теперь я могу написать потенциальную энергию. Если у меня есть заряд плюс G и минус G, потенциальная энергия есть минус G на фи. Значит, теперь, вот я просто хочу как бы вам напомнить, что я делаю, да? Потому что вот есть квантовая динамика, там есть вот сердце, про которое Николай Борисович говорит, здесь потенциал вот, Юлинга, правда, называется. Да, Юлинг сердце называется. Юлинг сердце называется. Поправлюсь тоже черный. Это поправка к потенциалу Кулона. Я надеюсь, вы ее знаете просто. Тогда это просто то, что я рассказываю, это ну, маленькие вариации на эту тему.
Потому что здесь мы имеем четырехмерие, да? Без всякого магнитного поля, так? Мы можем посчитать этот позиционный оператор. И, ну, почти, естественно, вот Березинский считается на четвертый том Лантауевич теоретик, ну или любой другой внешний Семенов, если вас вы любите больше, там тоже это есть. Вот. И там есть поправки порядка Е квадрат потенциала за счет этой петли. Значит, если расстояние, потенциал изменяется там, так сказать, на разных расстояниях по-разному. Если расстояние много больше плотности длины волны электрона, обычно вас это интересует, потому что электрон всегда болтается в атомах на таких расстояниях, то тогда это экспоненциально подавленная поправка. Минус по m, потому что когда разрезается позиционный оператор, там порог на двух массах. Не плюс и минус, поэтому две массы. Вот. И эта поправка экспоненциально падает, поэтому в настоящих атомах нормальных это очень маленькая поправка. Это кусочек лэмбовского сдвига. Но это обычная вещь, мы как бы ее учили в учебниках. Значит, если вы идете на маленькие расстояния, когда r много меньше единицы на n, тут гораздо интереснее. Тут начинается алгоритмический рост потенциала. Исаака Маркевича нету тут. Вот, значит, заряд начинает расти, это вот знаменитая формула, да, потому что заряд начинает расти, прямо вот из этого потенциала получается. Если у вас теория я минус, там противоположный знак, и заряд наоборот ослабляется маленький. То есть это знаменитые вполне формулы. Но если вы переходите все-таки к атому, для атома интересует, там это некоторые совсем небольшие поправки. И вам, в принципе, известно. Значит, теперь, да, ну вот мне тот кулоновский, тот интеграл мне взять тяжело. Я такой интеграл взять не смог. Может, вы слышите. Вот, в грязочной ручке я его не нашел, во всяком случае. Аналитически не смог взять. Ну тогда, может, по-другому вступить. Давайте напишем этот позиционный оператор. Найдем асимптотики его. Значит, он дает тогда одновременно. Если t много меньше единицы, он 2 третьих t. Если t много больше единицы, он единицы. Давайте напишем самую простую интерполяционную формулу. 2t на 3 плюс 2t. Значит, вы видите, что на маленьких расстояниях будет 3 t, на больших единицы. Дальше можно проверить, что точная формула с логарифмом совпадает с этой формулой при разных t, и точность никогда не бывает выше 10%. Вот. Поэтому, представляя такую простую формулу, мы можем, на чем интерполяция, мы можем найти потенциал, ну вот с точностью, скажем, этих 10%. Это не совсем математическое утверждение, потому что интегральные выражения могут различаться на 10%, а интегралы могут различаться в бесконечное количество раз. Но тем не менее, дальше вы увидите, что ничего такого плохого не происходит, все очень хорошо. Вот. Давайте дальше. Значит, вот я написал этот интеграл, подставил вот это t, это как бы на b назад, поделить на 3 плюс 2 t. Ну и все, и дальше он просто элементарно разбивается на сумму вот этот вот, так сказать, разбивается на сумму двух самочек. То есть у вас есть обмен безмассовым фотоном и обмен массивным фотоном, массивной частицей. Вот. Ну и дальше вы элементарно считаете этот интеграл. Первый интеграл дает вас потенциал z. И вы помните, что в двумерии у вас потенциал не единица на этой полоске, а z потенциал. Вот вы его получаете отсюда. А отсюда вы получаете кулонов такой юкавский потенциал. Корень еще 7 квадрат, 4, 6 квадрат z. Вот, и вот умножить. Значит, теперь, если у меня фермионы тяжелые, масса много больше g, тогда это маленькая поправочка. Это маленькая поправочка, это член не важен. Тогда, значит, в случае тяжелых фермионов, у меня есть, имеется маленькая редукционная поправочка. Однако, если у меня есть поправочки, поправлены как g квадрат, поделить на m квадрат, простите, m много больше g, вот они массы. Однако, если у меня другой предел, если m много меньше g, ну, вот там простая формула элементарная, вы можете найти, что потенциал имеет следующий. На расстоянии больших, много больше единиц на g, на вот этот логарифм g на m, он имеет линейную форму, но эта линейная форма, она подавлена, множителем g на m. Видите, у меня m маленькая, поэтому большой множитель сидит в знаменателе. То есть у меня произошла экранировка. Если фермионы легкие, то у меня произошла экранировка, то есть потенциал у меня безмассовая частица, вот линия, но коэффициент маленький, то есть экранировка произошла, заряд маленький. Если же у меня расстояние маленькое, единицы на жел логарифм, то, наверное, там вообще имеется юкава. То есть, вот, так сказать, имеется вот такая юкавская экранировка. Значит, если m равно 0, это шлингеровская модель. Значит, если m равно 0, то всегда у меня вот это, выполняется вот это вот условие. И у меня имеется модель шлингера. То есть, фотоны возникла масса. Этого нет, не бывает случая. Ну, а если есть масса, то, так сказать, это вот написано, что это первая калибровочная вариантная теория с массивным векторным фотоном. На слабой теории, ну, Ландау Гинбург раньше были, конечно. Но ну, это все не элементарные частицы, а то все же теория сверхпроводимости. Там тоже фотон массу набирает, да, сверхпроводники. Но это вот такая модель физики элементарных частиц. Вот. Значит, если фермионы легкие, то потенциал имеет вот такой вид, схематически нарисован. То есть на маленьких расстояниях, это, конечно, все равно линейный. Потенциал КЗ много меньше единицы на G. Дальше начинается вот эта экспоненциальная экранировка. И в какой-то момент она прекращается, он идет вот так. Ну,
мы дальше занимались, задачами сейчас занимаемся, вот, моим соавтором Бруно Маше из Франции, вот он такую картинку нарисовал, значит, вот это Z координата, вот это потенциал. Значит, под одним цветом нарисован точный потенциал, ну, то есть вы берете интеграл просто от скорости точной функции, с логарифмом, да, численно. А другое это, когда вы представляете вместо этого логарифма, представляете вот эту простую форму. Ну и вот видно, что они, вот это асимптотика, так сказать, в нуля, где был линейный член, это асимптотика на больших расстояниях, посередине вот этот вот бездюхавский член, о котором я говорил, ну, поставили числа такие, же 1, 2, m равно 0,1. Вот. То есть масса фотона, это примерно, вот, так сказать, вот это вот, ну, расстояние, когда z много больше единицы на g, то есть много больше двойки, бездюхав, это пропадает, остается линейный потенциал. Вот. Ну, и вы видите, что точная форма не приближенная, они очень хорошо согласуются. Ой, он считал это с помощью программы математика, точки вычисления. Будем. Давайте последний график. А, кажу, я сделаю. Вот, это тот же самый график фактически, но только тут нарисована разница точного и сближенного потенциала в это. Сближенный в с чертой точной, вот относительная разница делить на v. Ну и вы видите, что она достигает максимум 3%. Тут какие-то нестабильности вычислений, но со мной вы видите, что разница очень маленькая. То есть если вы хотите качественно понять, как идет сейчас потенциал, вы сразу все-таки понимаете. Так, теперь, значит, надо взять Фурье интеграл. Значит, если у меня, давайте начнем с больших расстояний. Z много больше единицы на n. Если z много больше единицы на n, то k параллельная много меньше массы. Если k параллельно много меньше массы, я оставляю вот этот вот лидирующий член. И вот у меня имеется вот такая формула. Ну, дальше этот интеграл вы легко интегрируете. И получаете, что потенциал у вас имеет обычную кулоновскую форму. То есть на расстоянии много больше кунтовской длины волны электрона у вас никакой экранировки нет. В умере была экранировка. Помните, константа была. Хоть он тоже был тут на единице на z, там же z, там тоже константа менялась. А тут константа не меняется. Но это отличие в умере от размере. Поэтому никакой экранировки нет на больших расстояниях. Зато, если мы отделим расстояние z много меньше единицы на m, тогда массу можно положить равно нулю. Тогда всегда вот так будет. Да? Тогда позиционный оператор будет, наоборот, работать член, который просто числитель на этой статистике будет e куб b. То есть пропагатор как у массивной частицы. Вот началась экранировка. Вот. Ну, дальше тут написано вот этот вот интеграл. Ну, ну, можно его взять, так сказать, он достаточно элементарный. Вот результат. То есть у вас на расстоянии много меньше единицы на m. У вас имеется кулоновский кусок, и вот с такой вот экспонентом. То есть, если пока у вас z много меньше единицы на корень из e куб b, у вас имеется обыкновенный кулонов. Потом начинается вот эта вот тренировка. Он быстро-быстро экранируется, значит, он быстро, то есть, так сказать, у вас, ну, более слабый потенциал. То есть уровень наверх пойдет. Вот, вот он написан. Ну, теперь к атомным реакциям, если уже скоро кончится совсем. Вот к атомным уровням теперь давайте перейдем. Значит, ну вот этот вот кусок, он, так сказать, ну вот то, что я сейчас написал, это у меня были две асимптотики. Конечно, если бы я мог написать вам потенциал просто как функцию z, тогда я просто взял бы уравняющий этим и решил по-хорошему. Так у меня есть только две асимптотики, давайте я сделаю что-нибудь простенькое. Давайте я вот сделаю, как, так сказать, делается, вот Таевский Лившиц написал, и Гальцев, Кутанаков, Коган. Вот по этой формуле сделаю. И вот тут написано, что Корнаков и Попов сделали гораздо лучше, это гораздо больше точность в работе 2003 года. Гораздо лучше точность. Ну, сказать, я сказал, что это еще, так сказать, у нас есть там всякие продвижения вот, в Бруно Маше. На самом деле, я думаю, что мы все это уже как бы практически сделали. У нас есть и формулы для потенциала хорошие, и для энергии есть хорошие формулы. Но я не стал пока, ну, не опубликованы, даже как-то безответственно их показывать, я не стал показывать. В принципе, можно это все, еще дальше можно все это проделать. Ну вот, ну, давайте пока вот так, с асимптотиками попробуем. Значит, здесь у меня есть только асимптотики. Давайте разделим вот этот вот интеграл на два куска. От единицы на n до а борская, где экранировки нету, мы получим e квадрат на z, z, вот этот вот логарифм. А второй кусок — это от ландауского радиуса до единицы на корень из eb. Ой, простите, от ландауского радиуса единицы на корень из eb до единицы на n. Вторая асимптотика. Где у меня, наоборот, тут написано, где имеется экранировка, маленький z. Значит, этот второй интеграл должен быть экранирован. Вы можете его посчитать, получите вот такой вот логарифм. Значит, дальше складываем эти две формулы и получаем вот этот вот риттер, а это логарифм квадрат, но видите, он замерз.
вы можете стремить сколько угодно в бесконечность, уровень заднего, он не опускается. Ну, чисто тут стоит 220. И вот это вот, так сказать, если бы у меня вот не было этого скрининга, я считал бы интеграл, тогда у меня вот этот вот ЕБ врезал бы логарифм, и я получил бы, вот этим способом я получил бы вот эту формулу из вот учебника, которую я писал. Значит, ну, на самом деле, кто это первый сделал, так сказать, вот это вот, ну, не это вычисление, вернее, а то утверждение о том, что уровень замерзает, что уровень в сильном поле замерзает, и что вот это, ну, так сказать, что он не провалится именно бесконечность, это первый сделали Шаббат и Усов в 2008 году. Но они не делали все эти аналитические формулы, они делали численные вычисления. Они считали потенциал численным и, так сказать, потом вот так вот его интегрировали. Значит, они численно считали, и у них вместо множителя 220 получился множитель 295. То есть мы вспомним, что это вот квадрат, мы же берем интеграл, а потом его квадрируем. Корень надо извлечь. То есть если вы берете только асимптотики, то это у меня 15 в квадрате, а они делают численно точно, и у них получается 17 в квадрате. То есть видите, что точность вот этих вот очень грубую форму. Хорошая. Это хорошая точность для энергии, если верить вот в эту вот формулу для энергии. Что это если вот эта формула? А эта формула сама вообще плохая. Но они делали так. На самом деле, если вы сделаете с точным потенциалом, получается меньше, не 220, получается в два раза. Если они делали чистые КПФ, то все будет. Они не знают работу знаков, похоже, не разница. В принципе, они могли бы сделать, конечно, и лучше. Они не численно решают уравнение Шейдинга, они получили потенциал. Вот фи. Вот я говорю, что я не могу взять интеграл, не могу трехмерный интеграл взять. Они взяли его численно на компьютере. После этого они имеют потенциал. После этого они потенциал сюда вот засунули в эту форму. Вот, и посчитали энергию. Но она будет, это вот, так сказать, то, что бы им надо было сделать, это некоторая другая хитрая достаточно процедура. Если у нас нет аналитической формулы, то как ее численно сделать, я не очень понимаю. Скорее, может быть, численно надо решать уравнение Шейдинга, в котором потенциал задан, в свою очередь, численно. Ну, это все не безумно сложная задача, конечно, современными компьютерами, но что они сделали, я сказал, что они сделали. Я думаю, что они думали, что эта формула имеет хорошую точность. Я думаю, что они знакомы по формулам, не знакомы. Ну, сработали. Ну и, в принципе, интересно было. В принципе, это же правильное утверждение, что уровень не уходит на минус бесконечности. То есть, принципиально неправильное утверждение. Так, ну вот теперь я сказал, что я ссылки покажу. Значит, Шаббат, Усов, 7-8 год, они занимались бумерией, они занимались бумерией, сказали, что полностью потенциал ограничивается, и сказали, что замерзает основной уровень, когда B было больше, когда B было. Дальше. Ну, а теперь исторически. На самом деле, вот как вот этот линейный член по B в позиционном операторе, также в позиционном операторе в сильном магнитном поле, так же, как соответствует вот D4, D2, что в сильном магнитном поле мы считаем, когда B было больше, чем когда E, вот этого критического поля, что тогда у нас фактически задача будет двумерная плюс простой множитель. Вот это все уже сделано Скобелем, Лоскутовым и Скобелем аж 35 лет назад. В принципе, уже тогда они могли все, что вот сделали Шаббат и Усов в 7-8 году, все, что я вам рассказал, они могли тогда уже сделать. Ну, не сделали. Более того, те же самые Лоскутов и Скобелев в 83 году, несколько позже, в другой задаче, не об уровне этого водорода, а в другой задаче сказали, что в сильном магнитном поле, вот в таком, много больше, как у фотона появляется масса. Это тоже у них есть, но почему-то они не поняли, что раз у фотона есть масса, то давайте полностью потенциал посмотрим. То есть они к этой задаче не вернулись. То же самое, что у фотона есть масса, такая, ну в кавычках масса, ну и корнировка такая. На самом деле масса — это как поведение потенциала на больших расстояниях. На больших расстояниях никакого массы у фотона нет. Ну такая квазимасса, вот в кавычках. Вот эту же квазимассу заметили Кузнецов, Михеев и Осипов, тоже в той же самой задаче, что вот эти Лоскутов и Скобелев в 2002 году. Но не эти Кулоновским кружком атомом не занимаются. Ну, наконец, вот это Лоудон 59 года, очень хорошая работа по одномерному Кулону, такая аналитическая и численная работа, или вот Лоудон 60-й год. Это они численно решали эту задачу при уравнении Шейдингера при полях сильных. B много больше, ну, больше квадрат E в числе. У них есть, надо сказать, кривые соответствующие. Дальше Конаков, Попов. Они вот для этой задачи Лоудона и Эллиота написали аналитические формулы для атомных энергий в сильном магнитном поле, в таком сильном магнитном поле. И эти аналитические формулы, они с точностью лучше процентов, так сказать, производят численные результаты. И они сильно отличаются от этой формулы с квадратным логарифмом, которую я писал. Вот. Да, ну и, конечно, у меня была работа, почему я, собственно, стал это рассказывать, но он написал мне аналитическую формулу для основного состояния атомного водорода при вот этой энергии. Аналитическую формулу я вам показываю. Горит там
плохо, как Шабан Юсуф. Шабан Юсуф у нас впадает. Вот, дальше. Ну вот заключение. Основное состояние атомного уровня сверхсильного магнитного поля — это только единственный известный мне пример, когда радиационная поправка определяет энергию состояния. Может, кто-нибудь меня поправит, но обычно радиационные поправки очень маленькие есть. Да? Они очень важные могут быть, там, да, через какое-то расщепление, да, там очень маленькое, да, очень важное расщепление, там штабильный уровень начинает распадаться, да, 2S2π. Но численно это маленькое, то есть энергия меняется чуть-чуть. А тут энергия кардинально меняется, от минус бесконечности, ну, получается конечный случай. Вот. Написал я вам аналитическое выражение для потенциала заряженной частицы в преднамерии. И для веса-масса фермиона, который бежит в спектре, меньше, чем константа связи, то имеет место на всех расстояниях экранировки. Но, кстати сказать, я думаю, что я не смог найти ни в Гугле ничего, я не смог найти никаких работ, где было это сделано. На самом деле, модель Шрёдингера, как безмассовая, так и массивная, это место, исхоженное вдоль и поперек. Поэтому было естественно, чтобы это кто-нибудь когда-нибудь посчитал. Ну, я не нашел, кого я спрашиваю, никто не знает. Вот. Значит, написал вам асимптотик потенциала в сверхсильных магнитных полях в трехмерии и формулу для основного состояния. Вот. Вместо того, чтобы поставил логарифм квадрат b, поделить на квадрат якуб, стоит вот такая.